Locomotor Vibli Partis Temporus Protego Redactum Scumus Textus Empra Fripendo Duom Adam Alanoto. Джек, мне кажется, ты не то заклинание прочитал, тебя демон вселяется. Джека! Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Джекой мы будем продолжать троллить друг друга Майнкрафт. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под нашими предыдущими сериями троллинга. Только благодаря вам мы продолжаем записывать этот троллинг. Ой, прям какой активный троллинг. Ребят, да, чем больше лайков наберем, тем больше серий с троллинга будет выходить. Поэтому прямо сейчас поставьте огромный лайк, да? Да! Да! Поехали! Я бы сказал, что да. В общем-то, ребятки, я уже все построил и готов вам все, как всегда, показать. Вот в сегодняшнем троллинге прям будет жиза, да? То есть я вам инсайдики опять про Эдисона буду накидывать. В общем, такие дела. Эдисон живет в Португалии, мы это уже знаем. И живет он возле какого-то футбольного поля маленького, где все время играют какие-то школьники и мешают ему записывать видосы. Собственно, об этом и будет мой троллинг. Эдисон зайдет на эту карту и увидит свой домик, ему будут мешать школьники, он будет от них отбиваться, он будет отбиваться от соседей, которые живут вот здесь, вот он будет отбиваться от своей мамы, которая будет мешать ему записывать видео. В общем, ребята, Эдисона сегодня все будут доставать. Ну, точнее, не все, а только я, потому что я буду играть всех этих людей. Увидите на самом троллинге, что будет происходить, чтобы сохранилась небольшая интрижка. А пока влепите лайк обязательно, потому что без лайков мы не продолжим снимать эту рубрику, потому что вы, ребята, стали меньше ставить лайков под троллингом. Чем будет больше лайков, тем будет больше серий. Так что не спрашивайте нас, когда троллинг. Все зависит только от вас. А мы начинаем. Ну что? А, ну что, Эдисон, я даже выходить с троллинга не буду, ты заходи и хочу, заходи. Поприветствуй меня, иди сюда. Нет, нет, дед, Эдисон, я уже тут вживаюсь в роль. Хорошо. Оля, буру, Португал, Ала, Андека. Оля. Ой, что это такое тут за незнакомец пришел к нам? Ой, ребята, давайте футбол играем. Короче, Эдисон, я немножко выйду из роли. Ты попал в свой дом, и расскажи немножко, что у тебя происходит возле дома, чтобы просто люди понимали, что сейчас вообще творится. Анника! Дурдом у тебя происходит, что у меня происходит, когда записываю видосы, то дети там у меня под окнами футбол играют, и мячи у меня... Анника, Оля! Мало того, что эти придурки меня бесят, когда я записываю, то они орут, так еще вот этот дебил меня тут потроллить решил, да, Жека? Да, Эдисон, короче, тут знаешь, школьники у тебя своровали карточку от дома, поэтому тебе нужно у них ее отобрать. Так, Оля, ребята, играем в футбол! Карточка-то у меня, ха-ха-ха, тупой лох, ха-ха-ха-ха. А это все дети, дебил, подожди. Чё, подожди, ещё больше? Ребята, Андека, Оля, бейте его, Оля, Андека, попался Майнкрафтер, попался в сетку, да? Ха-ха-ха-ха-ха. Ну ты мелкий школотрон, не дадим мы тебе видосы записывать, не дадим. Эдисон. А ну не бей моих друганов, они мои футбольчики, а ну иди сюда. Какие футбольчики? Я готов тебе отдать, я тебе готов отдать, как бы... Карточку бери, дебил мелкий! Да готов я тебе отдать твою карточку, ты подожди. Я хочу сыграть с тобой на перегонки. Вот догонишь меня, тогда и я дам тебе карточку. Какие перегонки? Давай карточку! Видишь карточку? Карточка! Нет. Эдисон, ты должен меня догнать. А ну погнали, побежали на перегонки. Давай, догони меня. Давай, догони. Лох. Давай, догони. Не догнал, лох. Карточку отдай быстро. Лох. Иди сюда, Андека, Оля. Оля! А карточка-то у меня, ля-ля-ля. Бей тебя. Ой. Андека, Оля, за мной, давай, догони. Оля, карточку отдай. Догони. Бура. Поймали демоны!
поймали. Заперли демоны. Карточку мелкий дебил отдай. Карточку. Ну да, держи карточку свою, держи. Все, пошел нахрен. Ладно, молодец, Эдисон, ты отобрал карточку у бедных детей. Теперь заходи в дом, Эдисон. Демонов. Да, Эдисон, заходи теперь в свой дом и... тебе нужно срочно записывать видосы наперед, потому что мы во сколько мы уезжаем, да, ты должен записывать видосы наперед. Да-да-да. Так что иди быстрее к себе в комнату, включай комп, видишь, у тебя тут новый комп стоит, вот тут слева. Это твой новый комп за 7000 долларов, вот. Жека на связи, Жека! Ну да, ты там, Жека сейчас придет, ты подожди. А чё футбольщик у меня дома делает? А ну, блядь, я засранец, уйди отсюда! Я пока ты с футбольщиками разбирайся, да? Я пока разбирайся. Так мне оружие нужно, а то меня сейчас завалит футбольщик этот мелкий. А ты его не бей просто, его не бей. Да смысл не бей, он ко мне домой ворвался, я вообще... Куда ж ты, дебила, кусок, сейчас я уберу его, не переживай. Давай! На, паскуда мелкая. Да, давай быстрее, Жек, меня закрыть. Все, все. И садись и снимай видосы, как бы там начинает, там как девушки, ребятки. Я Жеку жду, он как обычно спит. Да нет, да запиши один видео, запиши один. Я один. Ну давай, давай, как девушки, ребятишки, там начинай. Мы Жека договорились сегодня. Давай. Да я подожду Жеку. Нет, Жеку не надо знать, записывай сольник, начинай. Че я ему напишу? Дебил. Жека дебил, от кусок. Жека. Опять уснул! Эдисон, просыпайся! Эдисон, давай записывай. Давай, начинай. Как делишки-репетишки? Начинай. Да я ему пишу! Жека! Да видео начинай, придурок, давай! Опять трубку не берет! Я не знаю, что делать. Он опять уснул. Видео начинай, давай. Не надо мне больше Жека, сам буду записывать, пускай он там спит. Ладно. Раз, два. Так, все проверил. Да. Как делишки, ребятишки? Синя, Эдичка, привет, я твоя мама, Виолетта, я твоя мама Виолетта, привет, сыночек, привет. Ты ко мне в гости пришла, бабуль? Я тут с тобой живу, ты видео записываешь, да? Ты видео, а я посижу, да, посмотрю, как ты видео записываешь, потому что может, я чайку... Не, вот чаек можно, просто мне неудобно, некомфортно будет. А может, ты чаек, давай. Да, чаёк можно. Да, хорошо, сейчас принесу. Ты так пока начинай записывать. В смысле, начинай. Ай, нет, чаёчка, мой супчик тебе сделать, ножки помассировать, плечи помассировать. Давай, я тебе всё помассирую. Надо помассировать, у меня ничего не болит, мам, просто иди, не знаю, там, сериальчики смотри, мне видос надо записывать. Ну ладно, хорошо. Эдичка! Ты не шуми, пожалуйста, уже поздно. Уже поздно на дворе. Тебе нельзя шуметь, у тебя плохие соседи, как бы даже вышли отсюда, поэтому ты не шуми. Мамуль, я шепотом буду, хорошо. Я тебе ремня надаю. Хорошо. Да. Уже поздно, ремень уже 21 годик, поэтому. Да. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать на игру сегодня. Твою-то мать! Открывайте! Андека, бура! Бура! Дверей нету, что открывать! Ты что? Ты что, охренел, а? Ты что, охренел? Мы тут, значит, мы живем тут рядом с тобой, за твоим домом. Ты уже на дворе. 10 часов вечера, ты свои видосы записываешь, шумишь, она пойдем, мы тебе твой, где ты там запишешь, да, показывай, где запишешь. Вообще, вот. Кто такие, а? Я твой сосед, я сейчас позвоню в полицию, не хочешь в полицию, Андека, бура, вот это твой компьютер, это твой новый компьютер, Сколько он стоит, этот компьютер, ну-ка? 10 баксов, Саша, покойте! 10 баксов, а может быть 7 тысяч? Да, вот этот, да, которого уже нет, то есть это твои хаты! Да! В общем, Эдисон, ты лох. Все, вот, тебе все, что я хотел сказать. Хорошо, до свидания, пошли домой. Ребята, извините за такой экспериментальный троллинг, я хотел просто поэкспериментировать. Ну, дебила. На самом деле, это история... как бы связано с реальными событиями, так что так действительно и происходит. Да, потому что у меня соседи реально кончили. Только мне мама ничего там массирует, вообще не предлагает. Да, ну ладно, ну как бы я ошибся, извините, не так. Хорошо, давай, Евгений. В общем, Жека, пошли на мой тролль. Пойдем, у меня уже интереснее. Короче, Жека, кем ты будешь в данной серии? Ты будешь у меня исполнять роль охотника из сериала «Сверхъестественное». Там кто-то пукает. Кто это тебе кажется? Ты охотник, на демона! Там пукают.
Это очень плохо. Тебе нужно будет выяснить, кто пукает, потому что ты охотник, Жека, ты убиваешь демонов. Пукают, я боюсь! Ладно. Ты охотник, в смысле? Ладно, я ничего не боюсь, ничего не боюсь. Ты сатану в клетку отправил там на вот этом, в аду. Чё ты боишься? А можно мне пушку против демонов? Ты Евгений Винчестер, всё, вживайся в роль, хорошо? Я Евгений Винчестер, мне можно мой Винчестер, пожалуйста, чтоб я всех расстрелял? Винчестер! Вот тут ты спишь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! В ловушку попали демоны! Демоны тупые, ловушки тут понаставили свои, Винчестеров убивают, камнюки! Все же ты не Винчестер, ты не дотягиваешь до Винчестера. Ты будешь просто Евгений охотник. Ладно, Евгений охотник. Подожди, я чуть не понял, что ты пехаешься? Ну я типа умер, я хотел... Нет, ты сначала должен... Вот тут спаунпоинт поставь и все. Хорошо, спаунпоинт поставлю. Так, ну чё? Не, вот тут спаунпоинт! Сам сказал тут спаунпоинт. Вот я поставил тут спаунпоинт. Ты пехайся ко мне. Тут спаунпоинт! Все, понял. Давай, Жека, давай. Нет, спасите! Спасите, помогите! Демоны тут всякие ловушки настроили. Говнюки эти демоны, вот и кто они. Да как тут пройти, Эдисон? Ты какой-то опять непроходимый сделал. В смысле Эдисон? Ну нет никакого Эдисона, ты охотник, тебе нужно... Ну блин! Ну перепрыгни-то! Да там листва надо мной, не могу! Вот перепрыгнул. Вот, да, перепрыгнул. Красава. Вот перепрыгнул. Тут блок, можно уберу, все. Спасибо. Охренеть. Я охотник. Я тебя в троллинге тоже потом все ломать буду. Да ну и листву только. Да мне посрать. Все, давай. Собирайся, забирай свои пушки. Тебе нужно идти на охоту. О, бейсбольная бита. У тебя задание, работа появилась. Я ниндзя. Так, охотник, проходи дальше. Дальше давай. Как я тебе дальше пойду? Карточку мне дай. Куда я знаю? Карточку найди. Ты расследователь. Ты детектив. Ты должен все расследовать. Понял. Не дурак. Сейчас все найдем. Сейчас Евгений Винчестер все найдет. Ты не Винчестер, ты дебил. Да ёкарный бабай! Да я не сейчас хала, бля. Ты только учишься до охотника, никакой себя не Винчестер. Да я уже Винчестер, я тут. Нет, ты не Винчестер. Самый великий охотник демонов. Где? Ищи карточку. Да нет тут никакой карточки, ты меня обманываешь. Глаза разуй. Разул. У меня они не обутые. Слышишь, что пукают, все, больше ничего не понимаю. Давай, ищи карточку, быстро. Так вот ищу. Тут ничего нету. Да? А, нет, тут что-то есть. Ага. Ой, выкинул, все. Так, Евгений Винчестер идет на охоту. Это не Винчестер ты. Да Винчестер. Ой, окорный бабай, зомби. Ой, а чё? Что-то какой-то неуязвимый, походу, зомби. Ладно, оставим его в покое. Ой! Ай-яй-яй! Бура. Бурру, а не бурра. Бурру. Осёл. Давай. Так. Охотник. То есть, тут внезапно похолодало. Да. Тут тепло, то есть трава зелёная. Так, тут трава зелёная, есть ещё и лава. В смысле трава зеленая, если в предыдущей локации у нас там весна. Ладно, осень. А тут прям неожиданно похолодало. Ну вот это да. Не, в смысле, как-то странно, да, что вот трава зеленая, а везде снег. Смотри, свет не работает. Свет не работает. Видишь, он мигал очень часто. Да. И резко похолодало. Так, значит, здесь произошел какой-то апокалипсис. Что-то произошло. Да, какой-то апокалипсис произошел. Ой, никакой себе не охотник, вообще ни хрена не знаешь, Жек. Вот я вижу рычаг. Ой. Нет, плохой рычаг. Но лучше плохой я бы не ждал. Плохой рычаг, да. Так, плохой. Да. Очень плохой рычаг, очень плохой, да? Так, тогда что мне делать? Так же, тебе нужно найти. Я тебе охотник, себя никакой, конечно. Поэтому я тебе дам подсказочку. Ну, давай. Слышишь, кто-то рычит. Какое-то странное место тут. А ну, послушай. Кто-то рычал. О. Что, слышал? Слышал. Так же, тебе нужно... Ой! Что-то такое было. Ах ты, говнюк! Из листвы стреляет! Ну кто нахуй? Вот там тут из листвы стреляют. Никого там нету. Я вот стрелял. Так, охотник, тебе нужно найти... Ой. Проход дальше. Тебе нужно найти оружие. Да. Просто нужно как в неё попасть. А. Ай! Ага, труп! Труп! Ага, тут почта от Эдисона какого-то непонятного. Ну-ка, надо прочитать. Да, а что там? Ничего-то не могу прочитать. А, вот. Так, карточка номер 2. Да. Вот этот Эдисон, это посылание к своей жизни. Да. Не, я просто предводитель, охотник. Давай, выбирайся.
А как я не могу? А, это люк. Все, понял. Так, охотник. Надо тебе еще один сундучок найти. Да ладно, я так могу, давайте. Нет, еще один сундучок надо найти. Вот где-то. Ага, да, вижу. Ага, и что там? Ага, лук со стрелами. Ну все, теперь настоящий охотник. Так, охотник, бегай. Я легал вас, Дима, туда-сюда. Пил. Отдал. Мне кажется, тут дело рук призрака. То есть призраки вроде. Ай-яй-яй! Призраки нападают! Где он? Где эта чертова тварь? А ну иди сюда! Где он? Тебе нужно следующую локацию, охотник. Убейте кто-нибудь эту тварь! Ой-ой-ой! Охотник, тебе надо убивать призраков. Эдисон, я телепортируюсь. Хорошо. Так. Охотник! Да не могу, я не вижу, где они. Как их убить-то? Я меня даже пройти не могу никуда. Они меня сталкивают. Придурки тупые, конченые, пошли в жопу. Охотник, стреляй. У тебя тут есть подсказки, куда тебе надо стрелять, куда тебе бить. Бей призрака. Мама мия. Я ж дольмью. Да сдохни ты. Охотник, надо... Да умри ты, падла. На. Охотник, ты их бить можешь? Да не могу я никого бить. Можешь? Вот одного убил, молодец. Да? Охотник, тут призраки, очень много призраков. Да, бей. Бью. Охотник. У меня стрелы охотник, закончились. Да. Ведущий, мне нужны стрелы срочно. Всевышний, дай мне стрелы. Всевышний. Охотник, тебе нужно эти заклинания из трех частей на лапе. Да и какой-то дебил меня бьет невидимый. Где он? Где он? Покажите мне его. Давай. Охотник, тебе так нужно найти заклинание. Так, сейчас. Ага. Так, ага. Читаю. Как вы и. Не-не-не-не-не-не. Сначала нужно найти три части, потом вместе. Тут дело призраков. То есть, если ты не знаешь, что когда резкое похолодание, когда свет мигает, то это означает то, что появились призраки, да? Ага, тебе нужно найти заклинание. Давай, я нашел три. Да, проверь, все там нормально. Да. А ну, прочитай. А ну посмотри сначала. Кавы. Там точно? Подожди, а следующая книжечка? Локомотор Вибли Партист. А еще одна следующая. Жопа Пупулечка. Значит, это не та. Это фейковая. Да? Смотри, точно? Не, значит не та, значит. Я боюсь хватит. Ага, еще одна. Та? Пися. Не, значит не там. Тебе еще одно заклинание, еще призраки сейчас вернутся, я тебе отвечаю. Да ну не могу найти. Призраки будут возвращаться. Так, быстро. Ага, нашел, молодец. Все, читаю. Иди сюда, иди сюда. Не, нужно встать на блок. Хорошо. Подожди, нужно сделать это еще вот так. Так. Сейчас, подожди. Читай. Заклинающий призрак еще вернутся, Жека, давай быстро. Аве Доминикум, инсендио клопутурс кедавра, локомотор вибли партис темпорус протего, редактум скулус эксус эмпро фрипенда дуо ватала ламото! Жека, мне кажется, ты не то заклинание прочитал, тебя демон вселяется! Жека! Жека! Кровь в мозге, жопа. Какая мозги? У тебя демон целился, а не зомби. Да, демон, все крушить, ломай. Ой-ой-ой. Куда идти, да сломай мне эту дверь. Где, кто, давай, мамуля. Здравствуй, мамуля, сдохни, мамуля. Смотри, мама, это твоя мама. Я не могу ее убить. Она не бьется, но я было мое стекло. О, папуля, здравствуй, здорово, на тебе по башке. Жека, это звучит не так, как я понял, да? Тебе по башке дубиной. О, что тут еще? О, дети, как я люблю детей. Буду бить. Буду бить всех детей, да. Че подписчиков бью, Жека? Всех детей убью. Жека, с тобой точно все в порядке? Это великолепно. Так, куда мне на дерево? Ломаю дерево. Жру дерево. Иди домой, поспи к маме, иди к маме, а может она что-то хотела тебя попросить? Мамуля. Здорово. На по башке. Какие по башке? Жека, с тобой точно все в порядке? Да, с тобой просто все великолепно. Сдохни, говно, сдохни. Сдохни. Да? А ну, Жека, пошли сдохни. Сюда, а ну пошли. Сдохни. Все сдохните. Все умрите, все будете гореть в аду. Ничего не выпало. Все будут гореть в аду, все будут гореть в аду. Убью всех нахрен. О, да.
Жека, ты попал в демоническую ловушку. Тебе нужно избавиться от этого, одержимости демона, нужно избавиться, Жека. Жека, читай заклинание задом наперед. Какое заклинание? Заклинание задом наперед читай, чтобы избавиться от этого зависимости, одержимости. Огетроп суроп. Нет. Читай, тогда всегда демоном останется. Ситрап илбив ротомот комокол вокол. Еще одну книжку, Какой я сип? А, нет, это тупая книжка. Так, подожди. Это слишком сложно. Ты чувствуешь, что тебя демон исходит из тебя? Ике чо че лу чи си си. Жека, еще одну книжку прочитай, мне кажется, демон себя будет уже исходить. Выгоняй его, выгоняй! Тушься, Жека! Ах, член, пуля, пупу, пупу, жо! Ой, вышел! Ой, вроде вышел. Вроде вышел. Взрывается, взрывается. Вышел, Жека! Что это было? Ой, офигеть. Ой, капут. Что это за троллинг ты для меня сделал? Что со мной было? Тебе реально демон селился, да? Ты че? Ты какими меня наркотиками накачал? Что это было? Жек, мне кажется, да, ты справился, ты выгнал демона, но не все так просто, так как, учитывая то, что это сверхъестественно, да? Ага. Мне кажется, ой! Мне кажется, братья Винчестеры все ж тебя заметили. Они тебя заметили, поэтому они демонов просто так не оставляют. Поэтому, Жека, отбивайся, Ну я же не демон! Я же не демон! Да, ребята, послушайте! Я нормальный! Сиська, жопка, пиписька. Конечно. Ладно, вы тут разбеляйтесь с этим демонюкой, а я пошел заканчивать. Помогите! Всё вранье! Ой, все. Больше ты, Жека, не демон, 100%. Эх. Заколебался, я умираю. Ой, мне это горло, блядь, тебе голос сорвал, писец из твоего демона. Убивает меня своими троллингами. Немного. Ребят, в принципе, как мы говорим, каждую серию ставьте огромные пальцы вверх прямо сейчас на вот это видео. И хотите больше серий с троллингом. Чем больше лайк наберем, тем больше серий будет выходить. И да, ребята, я всех убью, да! Ла-ла-ла! Всех уничтожу, комментарии, пишите подписки, все. Да нахрен этот троллинг пошел в жопу, если ты говно! Умри, паскуда! Ой, демон ненормальный. Все, ребята, надо опять Винчестера звать. Большое спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Пока, давай.